давай сюда эту пробку. Я сейчас упаду из... Ребятушки, мы давно снимали видео с Туком, и я решила вам его красавчика нашенького показать. Мой лапусик такой, он просто обалденный няшный хомячок. Он у меня обожает фотографироваться, обожает сниматься в различных видео. Не люблю я. Вот, а еще он вообще очень похож вместе с Брайаном. Ребятушки, надо будет как-то устроить совместную встречу им. Пати, вот. Вот, ну я не знаю, может быть они будут кусаться, может не надо, все-таки два мальчика. Прям не знаю, как и поступить. Опа, а ты куда побежал? Никуда. Оп-оп-оп. Опа. Она, ой, не видит он ягодку. Ну что ж ты будешь делать, может у него что-то? Кто тут уже лазил? А это твои игрушечки, лопатусик мой. Ребята, смотрите, какие игрушки я ему купила. Все хомки, чтобы ему было не скучно. И он привыкал к другим хомам. Как бы они даже не разговаривают, они не двигаются, и они не живые. А еще я попрятала всякие вкусняшки в них. И если вы заметили, то он уже умело это все находит. Какой умный хомячок у нас. Это вообще прям ребята. Ты спишь, да? Спишь? А я тебе буду ушко чесать. Я знаю, что мне под бошку, точнее на бошку, положила хомяка. Вот так вот. Котусик, тут он дверь открывает. Такой маленький зайчик такой. Давай, давай, давай. Что давай? Спи, спи. А я тебе помассажирую твои ушки. Зачем? Чтобы он был здоровый, крепенький, он прям похож на маленького сусличка, ребята. Так кто там опять уже, блин, что за звуки такие? Тихонечко, бабуля! Мама, тихо! Будешь штука! Как ты проснулся? Что это за ночь была? Ушастик, привет! Покажи деткам, как ты умеешь позихать. Я знаю, что хомячки после каждого сна, ребята, позихают. И позихают. Но так... все люди тоже позихают. Позихают так, рот открывают, как будто у них там какой-то монстр живет внутри. Ты опять лег спатки? Ты спатки лег? Кусай. И, ребятушки, я ему дала китайскую лапшу. Я думаю, что он такое любит. Вообще он все всеядный, он все у нас ест. Кушай, кушай, мой котулечка, красивый такой. Зайчик такой, побегайчик. Мамин розовоносенький, розовенький котик такой. Кушай. Дай сюда, дай, чтобы мне... Ты все забрал и скушал? Да, потому что я тоже кушаю. Ребята, заметьте, он как будто спал и ел. Может, он лунатик? А ну-ка, новые игрушечки. А, ты что? Новые игрушечки, заметьте там? А ну, ребята, сейчас. Вы что, офигели? Мой ты хороший. Ребята, он